вот есть праздник, когда все смотрят на виноград. А на празднике вина танцуют чардаш. Его еще танцуют на празднике святого Иштвана. Да, это самый венгерский праздник. Там так весело! А на Рождество бывает вертеп. Кто? Это домик такой игрушечный. Как и ящик. Там внутри младенец Иисус в люльке. А рядом Дева Мария и святой Иосиф. Еще ослик и корова на него дышат. Зачем? Чтоб он согрелся. Там еще ангелы и эти. Мудрецы. Волхвы. Да, они мудрецы. Их звезда привела. В этом домике еще горит свечка. Потому что это сказка. Потому что это чудо. Потому что именно так все и было. Такой вертеп не только в Венгрии бывает. Конечно. Везде, где есть Рождество. Да оно же во всем мире есть.